Так, что же приготовить? Пельмени Вичи приготовим в следующий раз, а сегодня разберемся с куриной грудкой. Доброе утро, дорогие друзья! Ну что, вижу, что у вас голодные глаза. А это значит, что пришло время позавтракать. И сегодня это будет куриная грудка, маринованная в соевом соусе. Но мне показалось, что это будет слишком просто и не очень симпатично смотреться на блюде. Поэтому нашу куриную грудку мы зафаршируем куриным яйцом. Нам понадобятся сегодня куриные яйца, грудка куриная, специи, соевый соус, петрушка и зеленый лук. На украшение мы возьмем огурчик, помидорчик и болгарский перец. Начнем с куриной грудки. Куриную грудку я разрезаю пополам, потому что блюдо должно быть не только вкусным, но еще и эстетически красивым. Итак, в центре нашей грудки делаю надрез. И теперь мы сможем вот таким вот образом ее раскрыть. Практически она у нас кругленькая такая получается, да? Здорово. Так, теперь нашу грудку мы посыпаем специями. Это у нас сушеный болгарский перчик. Добавляем сюда немножечко молотого черного перца. И добавляем соевый соус. Немножко. И все это маринуем, перемешиваем. Два куриных яйца разбиваем в нашу мисочку. Добавляем сюда немножечко специй и щепоточку соли. Самую-самую маленькую. И все это тщательно-тщательно перемешиваем. Добавляем немного масла на сковороду. И теперь выкладываем нашу куриную грудку. И теперь добавляем сюда нашу яичницу. Так, у нас произошло маленькое ЧП, поэтому у нас немножечко блюда не получилось в той форме, в которой мы хотели. Ничего страшного. На нашей кухне ничего не пропадет. Сейчас мы сделаем просто обычный омлет с куриной, маринованной в соевом соусе, грудкой, и все будет отлично. А вы знаете, что калорийность куриной грудки составляет всего 110 килокалорий на каждые 100 граммов? Так что есть ее можно, но если не в ограниченных количествах, то очень много. Риск поправиться совсем невелик. Также учеными доказано, что куриные грудки содержат очень много в себе витаминов. В частности, там есть витамин В9 и В12. Это так называемые женские витамины. Они очень полезны для девушек при беременности. Поэтому неудивительно, что врачи очень часто говорят беременным, что им как можно чаще нужно есть грудку и пить куриный бульон. Блюда наши готовы, и яичница с неудавшейся маринованной куриной грудкой тоже готова, но не беда. Я уверяю вас, что на вкусовых качествах это никак не отразится. И все это посыпаю петрушечкой. Вот и все, дорогие друзья. Завтрак готов, и счастье действительно есть. Я уверен, что с вами мы приготовим завтраки ничуть не хуже. Поэтому присылайте на адрес электронной почты, который сейчас видите на экранах, свои рецепты. Мы выберем самые лучшие и пригласим вас приготовить завтраки вместе со мной здесь, в нашей студии. На этом прощаюсь с вами, желаю приятного аппетита. Смотрите «Будильник шоу». Пока. Thank you.